Ну что ж, всем здравствуйте, друзья, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Биошок, и это, наверное, последняя серия по данной игре. По крайней мере, по первой части, потому что, блин, финал. Все, финал. Финал игры. Блин, прикольное приключение, но в финале я все скажу свое мнение об этой игре. Все же поудобнее, надевать плед, приятно аппетита кушать, приятно чаепитие, кофе пить или пить воды. Еще раз, все же поудобнее надевать пледик, приятного вам просмотра. А мы начинаем. Блядь, такой долбоёб. Че, ну пошли, ебать. Пора идти, мистер Би! Должен их оберегать? Нахуй образом. Быстрее, мистер Би! Я вижу, как ангелы танцуют. Значит, нужно ее оберегать. Не копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капушек. Живи, живи, мистер Би. Нельзя терять время. Пошли. Порвите его на кусочки! Нафиг! Быстрее, мистер Би! Я вижу, как ангелы танцуют на них! Да иди отсюда, блядь, дурак, ебаный! На тебе! Убей! Погодите, погодите! Быстрее, мистер Би! Блядь, уйди! Ангелы ждут наших поцелуев! Бля, она вообще лучше, прикинь! Она вообще лоучпи. Понял. Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Подожди, блядь. Живи она. Быстрее, быстрее, мистер Бабблс! Еще ход? Не беги! Мы же только начали! Ждут наших поцелуев. Она вообще в лучке, это пизда. Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Посмотри на них. Даже хотя физически им больше не нужно заниматься сбором, ментальные путы Сушонга все еще действуют и заставляют их выполнять эту ужасную работу. Эти грехи нам никогда не искупить. Я хорошая девочка, мистер Би. Не копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капуш. Воровка! Тварь! Давай. Если блядь. Одна малышка погибнет, ты можешь позвать другую. Чё, я по тебе попал, дура? Но каждая утрата — это грех. Я понял. Окей. Убью! Не надо! Не надо! Ёба, стой! Ну что, блядь? Да, всё заново, прикинь.
Пошли, ёбаный. Пошли, ебать. Да, короче, это будет жестко. Будет, блядь, жестко. Не, оставим на потом, ладно. Да, подготовлю сейчас сразу. Беги. Блять, ёб... То, что делаешь? А где? Два болта всего лишь. Три. Пошла отсюда. Блять, кто застрял, блядь. Это жестко, хуйня. Не. Стой, девочки, стой. Блять, можно? Ты ее потерял. Найди вентиляционный люк и позови другую малышку. Ёба, блядь. Блять, ебать, как сложно сейчас будет. Это очень сложно, ребят. Это прям, ну реально, пизда, как сложно.
Давай хоть так. Все, блять. Чего ты боялась, спать? Как убежал-то, блять, алё? Хуйня, блядь. Пора идти, мистер Би. Да ну нахуй, не, брат. Пошли, ебать. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Пошли, да, бля, уйди. Она просто стоит еще так же, блядь. Живи, живи. Бля, ну может. Где я просто не вижу, блядь. Уёбка, блядь. Пора идти, мистер Би. Да, пора идти, блядь. Сука. Вот наш поебок. Тогда я все правильно сделал. А, не, вот у меня, да? Я вижу, как ангелы танцуют на ней. Девочка, стой! Пожалуйста, стой! Не копайтесь, мистер Би! Ангелы не ждут ловушек! Блять, я не успеваю! Ну, бля, извини, я не рад. Видел, что творится вообще, блядь. Просто пиздец, что творится, блядь. Я за ней не успеваю нихуя. Простая маленькая девчонка. Слишком простая. Мне вообще похуй, понимаешь? Иди отсюда, блядь! Ты тварь!
Начало нам. Все очень просто. Вот эта хуйня даже, ну, вот эта хуйня вообще не помогает. Вообще никак. Поехали. Не копайтесь, мистер Пит. Ангелы не ждут капушек. На, блядь. Где дура, блядь? Блядь, ну ты можешь отойти хоть сама, блядь. Живи, живи, мистер Би. Нельзя терять время. Быстрее, мистер Би. Ангелы ждут наших поцелуев. Блядь. Пора идти, мистер Би. Куда, блядь? Это ангел полон адом. Быстрее, быстрее, мистер Бар. Это охуел, что ли, блядь? Быстрее, мистер Би. Ангелы ждут наших поцелуев. 6-2 это лимон. Ты простая маленькая девчонка. Это слишком простая. Да что нахуй? Живи, живи, живи. Нельзя терять время. Это танги, как будто танцует. Уберите эту панду! Блять, чем? Закопайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капушки. Это пиздец вообще. Это был красивый ангел, мистер Би. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Товарищ, ёбану, бля. Я хорошая девочка, мистер Би. Живи, живи, мистер Би. Нельзя терять время. 6-2 это лимон. Быстрее, мистер Бабблс! Если ты не прекратишь... У него печальный вид, мистер Би. Быстрее, мистер Би! Ангелы ждут наших поцелуев. Я вижу ауру, мистер Би. Я люблю собирать ауру. Это делает меня не такой опасной. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Пошли, там корейщи, блядь. Пора идти, мистер Би. Надо, пора, пора. Не копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капуш. Поставьте его, мистер Би. Погнали, блядь. Пора идти, мистер Би. Да уйди, блядь. Не копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капуш.
Бля, у меня специально спотит, прикинь. Вообще спотит, блядь. Быстрее, мистер Би! Пусть уж лучше девочки будут с тобой. Лучше с тобой, чем в одиночестве. Одни в пугающей темноте. Быстрее, мистер Би! Ангелы ждут наших поцелуев. Блять, ну быстрее иди. Живи, живи, мистер Би! Нельзя терять время! Блять, большой палочек против большой палочек, прикинь, блядь. Хуеть, да, можно? Я тоже так пора думаю. Пора идти, мистер Би! Подожди, подожди, подожди. Здесь хорошо лута дают. Быстрее, мистер Би! Я вижу, как ангелы танцуют. Опа. Ебать, ты прикинь. Подожди. Нет, если ты не приходишь, сразу собирать. О, блядь. Все умные папы заряжаются в саду. Ну так, делаем. Сколько нам перед боссом дают? Охуеть. Ты посмотри, ёбаный рот. Что? Получается, ребят, босс? Воткни это в плохого дядю! Чего ты ждешь? Бери иглу! Это пизда. Все, босс, ребят. Бля. На, возьми и воткни это в плохого дядю. Чего ты ждешь? Бери иглу. Сейчас, моя хорошая, сейчас все возьму. Вы готовы? Я нет. Сейчас все возьму, сейчас, сейчас. Наверное, даже будет проще так сделать сначала. На, возьми и воткни это в плохого дядю. Уверен, что готов разделаться с ним, прежде чем двинуться дальше. Let's go. Босс. Вот он, босс. Все. Босс.
с немкой запихнули тебя в подлодку. Тебе года два было. Ты был моим тузом в рукаве и одновременно был мне почти как сын. Вот почему это так больно. Предательство, малыш. Жизнь — это не только бизнес. Если понять, что это все? Он легкий максимально. Чего ты ждешь? Ударь его иглой. А, да? Давай сюда. Сучка. Давай, давай, ну. Вот так его, мистер Би! Ой, блядь, я дурак. Давай сюда, недоумок.
Блять, это долбоёб, я прям не по нему. Я прям по нему, понял? Он, его надо делать на расстоянии. На все мышцы стало. Я за тебя хорошо заплатил, и это все? Да. Я тебя создал, я отправил тебя наверх, потом вернул тебя, показал тебе, кто ты есть и на что ты способен. Даже та жизнь, которую ты считал своей, это я ее сочинил и вложил тебе в голову. Но если ты мне скажешь, что это не семья, то я не знаю, что это такое, а теперь... Они предложили тебе свой город. И ты отказался. Что же ты выбрал? То, чего они ждали от тебя. Ты спас их. Ты дал им то, что у них похитили. Ты дал им шанс. Возможность учиться, найти любовь, жить. И что ты получил в награду? Ты так и не сказал, но я догадываюсь, ты обрел семью. Жалко. Жалко главного героя. Очень жалко, но это его путь. Бля, очень прекрасно, знаете, очень прекрасно, очень увлекательно, очень интересно путешествие получилось в этой игре. Очень. Мне очень понравилось, да, но по графике такое пойдет, блядь. Но сейчас, конечно, это прям такое, бля, ну прям такое. Хотя мне было довольно комфортно играть с этой графикой. И игра 2007 года выпуска или 2008, что-то такое. Очень прикольная игрушка, очень прикольненькая, динамичная, очень динамичная. Очень динамичная. Причем, заметьте, я не везде спасал стричек, не везде. Не везде дрался с этими папочками, ебать, большими роботами. По итогу это был босс. Ну, блин, надо было в прошлой серии его допроходить уже и все, и в рот его ебать, но нет. Я решил на две серии разделить в итоге-то. Блин, ну, мне реально понравилась игра, очень прикольненько, реально, очень прикольненько. В сумме, в свое время это очень графистая игра. В 2007 году или 2008, я думаю, это пиздец был вообще. Типа, блядь, что, ебать, такая игра настолько прикольна, блядь, с такими эффектами. Прикольно, с такой историей, прикольно. Мне очень понравилось. Очень понравилось, ребят. Как вам? Напишите в комментариях, понравилась вам эта игра или нет. Полное прохождение можете посмотреть по ссылке в описании, или вверху, там, в верхнем правом или левом углу, углах точнее, выскочила подсказка, и можете посмотреть плейлист полностью от первой серии до от последней. Конечно, такого прям как колда в свое время меня не вызвало прям такой ебать, такого не было, но чуть другие эмоции она оставила. Эта игра очень прикольная игрушка, реально. Я бы сюда бы, возможно, бы вернулся. Ну, наверное, без съемок я бы попри... Тьфу, нахуй.
конечно, перепрошел бы ее еще раз. Прикольная игра, мне реально понравилась. Стоит ли она на полочку с другими играми? Наверное. Честно, 50 на 50. Не могу сказать точно, что она встает, но не могу сказать, что она не встает. То есть 50 на 50 где-то. Прикольная игра, реально. Советую поиграть. Прикольненько. Мне понравилось. Очень увлекательная игра. Максимально сложность мы с вами проходили, вроде как. Здесь, конечно, тут можно сложность менять. Ну вот. Прикольная игра. Прикольно. Знаете, это одна из тех игр, которая не оставила чего-то того, на чем можно задуматься, как колда, например, да? Но оставила то, что, блин, ну... Я примерно догадывался, какой будет финал. Я думал, либо мы будем с Атласом вот этим драться, потому что он есть, либо с Бобёнкой. Бобёнка, видишь, помогла. А Атлас стал... Атлас был каким-то, ну, нету его, и там какой-то другой чел был. И мы с ним дрались. Прикольная игра. Реально прикольно. Понравилось. Очень понравилось. Посмотрим, пройдем ли вторую часть, посмотрим. Так что вот так вот такая игрушка была, в принципе, Биошотчик. Да, прикольная игра. Спасибо вам за просмотр всех серий. И спасибо за просмотр, за такое увлекательное путешествие с вами. Кто не смотрел, гу ссылочку в описании, либо в верхнем или правом углу уже выскочила подсказка. Глах вообще-то, блядь. На плейлист. По прохождению, полное прохождение данной игры. Прикольненько, мне понравилось. Там есть смешные моменты, интересные. Посмотрите. Вот. Не знаю, какие-то смешанные чувства все-таки осталась эта игра. Вроде бы что-то оставил, но такое ощущение, что ничего. То есть, знаете, что-то прям вот такое смешанное. Вот. Такая вот игра была на прохождение. Прикольненькая. Плюс еще одна игра пройдена на канале. В копилочку, я не знаю, игру 50 на 50. Я вроде хочу поставить, но вроде нет. Так что пусть пока она будет. Вот. Спасибо еще раз за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это ваша поддержка мне. Продвижение канала. Будет еще больше игр, прохождение еще больше разного контента на канале. Поэтому спасибо заранее, кто это сделал. Телеграм-канал на ваших экранах или в описании. Там инсайды. Уведомления есть. А видео, когда выходит, и опросики я иногда провожу, какой контент снимать, и вообще контент снимаю. Ну и так еще идет в своей жизни реально. Если интересно, подписывайся, я был бы не против. Там еще есть ссылочки на чуть другие соцсети. Перейдешь, посмотришь, там закреплены. Вот, в принципе, все, такая игра была. Спасибо еще раз за просмотр, подписка, лайк, колокол, комментарий, пожелания. Ну, мне было бы интересно почитать, интересно вам была эта игра или нет, такое прохождение. Еще раз спасибо вам за путешествие такое по этой игре, такое приключение. Прикольно, да? Я думаю, прикольно. В принципе, все, увидимся в следующей игре. Давайте.